Ну что, глядите, я это сделал. Я вам скажу, что это было не совсем прямо так легко. О, слушай, как вам такая аллюзия на Half-Life? Костюм защитный, помнишь? На День независимости, где заспиртованные пришельцы. Стаканы для заспиртованных пришельцев. Какие же молодцы, а? Вот что мне с меня всегда успокаивает, что во всей этой костной, значит, муниципальной системе всегда найдется живая душа, которая случайно в эту систему попала. Ну вот, короче, сейчас мы, кстати, отсюда можем посмотреть, где у нас фуникулер и окулер. А, вон он, видимо, вон он ходит. Смотри. Офигеть, вот сейчас мы туда и пойдем. Отлично.